глупости какие. Откуда знаешь? Это же очевидно фейковая новость. Фейковые новости – это ложная информация, которую выдают за правдивую. Это делают, чтобы использовать общественное мнение в корыстных целях, вывести новый продукт на рынок, победить в выборах или навредить конкуренту. Иногда фейковые новости появляются неумышленно, например, когда шутку воспринимают всерьез. Однажды в Америке поставили радиоспектакль «Война миров» о нападении инопланетян. Больше миллиона человек поверили, что космическая война на самом деле началась. Сейчас создать фейк может кто угодно, нужен только доступ в сеть. Не все журналисты справляются с проверкой фактов. Ложь попадает на новостные ресурсы и даже может появиться в уважаемом издании. Поэтому всегда проверяй информацию, даже если доверяешь источнику. Как определить, что перед тобой фальшивка? Не верь заголовкам. Их задача — привлечь внимание. Прочитай новость полностью. Некоторые статьи вызывают бурю эмоций, но внимательное чтение показывает, что убедительных доказательств своему мнению автор не нашел. Это кто говорит? Перейди с новости на главную страницу сайта. Изучи ее. Найди и посмотри источники информации. Определи, действительно ли все передано верно. Поищи информацию об авторе. Реальный ли это человек? Можно ли ему доверять? Проверь дату публикации. Старая новость могла потерять актуальность. Уже бы запретили, если бы хотели. Относись к информации критично. Подумай, не влияют ли твои убеждения на восприятие новости. Человек чаще верит тому, что подтверждает его мнение. Если тебе сложно разобраться, помогут родители или знакомые специалисты. Я же говорю, глупости. Боже, что со Степашкой? Не кликай. Это кликбейт и, возможно, фишинг. Это еще что?